Очевидцы утверждают, виновница аварии находилась в состоянии алкогольного опьянения и пыталась покинуть место происшествия. Ей не дали уйти автомобили, двигавшиеся в попутном направлении. Оба пьяны, и пассажир, и водитель. В надежде на продолжение веселья решили покататься. Уехали недалеко. Алкоголь в крови не позволил вовремя среагировать на появление пешехода. Удар был настолько сильный, что мужчину перебросило через автомобиль. Свидетели попытались оказать потерпевшему помощь на месте. Сейчас он в реанимации. Я ехал. С правой стороны выбежала женщина. Я... Инспекторы больше верят очевидцам. На медицинскую экспертизу увозят женщину. По словам свидетелей, при себе у нее не было водительского удостоверения. По закону за грубое правонарушение ответят и она, и владелец автомобиля. Екатерина Лапицкая, Олег Шпак, Первый городской.